Друзья, сегодня приехали вот такие вот кальты золотые. Точнее, это не кольт, но тем не менее. Вот такие пушечки золотые. Подъехал револьвер Питон. В наличии всего две штуки. Потом приехали классные глоки, которые меньше вариантом, с металлическим магазином. Очень хорошо сидит в руке, достаточно мощный, легко заряжается, но только в зеленом цвете. Вот, это глоки, если что, у нас еще вот большие есть. Побольше вариантов, как бы это снять-то. Ну, вот так вот. Вот. Потом, из поступления, вроде бы, на сегодня все. Магазин полупустенький. Очень много что забирают, мало что остается в наличии. И по предзаказам пока не можем сказать, нечего уже заказывать, просто нечего.